Всем привет! Я очень рада вас видеть. Я благодарна вам за ваш актив. И, как я заметила, вам нравится видео с озвучкой. Так что, поехали! И сегодня я хочу вам показать, как можно сделать такой красивый и плавный переход за один клик. Наверное, самый актуальный вопрос – это версия моего PowerPoint. У меня PowerPoint 2019 года, и, как вы видите, у меня есть переход трансформации. Переход трансформация позволяет анимировать плавные переходы от одного слайда к другому, то есть, применив этот переход, можно создать эффект перемещения разных объектов. Это может быть текст, фигуры, рисунки и так далее. Сейчас я вам покажу весь этот процесс на примере. Тут у меня уже готовый слайд, и чтобы задействовать переход, потребуется два слайда с хотя бы одним общим для них объектом. И для этого проще всего будет создать копию слайда. Нажимаем на первый слайд и в ней переместить объекты в другое место. А также видео про качественные картинки можете посмотреть на моем канале или же по ссылке в правом углу. Я тут использую свой лайфхак. Бывают несколько объектов, как эта башня со цветками, например, и чтобы переход был более плавным, я перемещаю их таким образом. Сперва я их выделяю и потом вниз, друг за другом. Вы можете переместить объекты абсолютно в разные места. Тут у меня второй лайфхак насчет круглых объектов. Чтобы переход был более эффективным, я с помощью стрелки поворачиваю круглый объект в другую сторону. Нажимаем на главный слайд, в моем случае это второй слайд, и выбираем переход трансформации. Чтобы увидеть переход в действии, нажимаем на кнопку «Просмотр» в левом верхнем углу. Ну вот и все, у нас получился такой красивый слайд.